Жизнь у меня полная, и мне наномет не нужен вообще сейчас. Меня не это волнует, я тебе признаюсь. Я не помню, куда... Что это было? Я не помню, куда мне идти, но сейчас помню. Тихо, тихо, не ори. Эти твари, конечно... Попал, блин, ничего себе. Слушай, а что если... А почему Ридик не бежит? Он вообще бегал? Нет, кто помнит, блин. Я... Стой, стой, давай. Ридик, делай что-нибудь. Кстати, когда его кусают... Да не ори ты. Все, тварь, блин, расслабься. Получается, если Ридик пытается забраться в люк... Воу-воу-воу. Не надо. Кстати, а у меня же еще главный босс, по-моему, впереди. Да? Подожди, стой. Так я же запускал уже. Все, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Это ж было уже. А, ну я понял, блин. Я ступил. Ну ладно, давай еще раз, блядь. И опять в меня попал этот осколок. Ты прикалываешься. Вот отсюда, по идее, начинается серия. Если я не ошибаюсь. Точнее... Да ты тварь! Точнее, отсюда серия должна начинаться. Давай-давай, Ридик, пролезай, сможешь. Я в тебя верю. Кстати говоря, не только я. Да, все, отлично. Серия должна просто была начаться именно с того момента, как я... Тихо. Слушай, как они быстро с ними разбираются. Ну что, тварь, не можешь ничего мне сделать, да? А вот я могу. Подожди, есть собака, сейчас. Я тебя раскидаю на детали. Хватит орать. Он почти как кошечками. Что так ярко-то, не могу понять. Слишком уж много чужеродных форм жизни здесь. Пора, мне кажется, сваливать. С этой порнухи делать здесь нечего особо. Так, подожди, давай для начала встанем. Осмотримся. Я думаю, я не буду помогать ни тем, ни вторым. Справиться без меня. У меня есть дела, блин, короче, поважнее. Так, куда идти мне? Видимо, нет смысла, я так понимаю. Кстати, а если мне... Что это было? Я так понял, Ридик упал, блин, с какого-то хрена. Что, поможем солдатику? А, нет, тут никак не поможем, получается. Этот тварь прыгает довольно-таки неожиданно и быстро. И она просто ему срубает голову, нахуй. Ты ничего не сделаешь. Ни ты, ни я, никто. Да, нужно было в эту сторону, но помнишь, я спрашивал? Точнее, я хотел спросить. А что будет, когда Ридик дойдет до конца, а там ничего не будет? Ну, как он будет разворачиваться? А он просто, блин, упал. Так, а здесь... Ой. Тихо, тварь. Там что-то было сверху, я не могу это проигнорировать. Возможно, какая-то секретка. А может и нет. Вентилятор. Но у меня туда нет смысла. Ничего себе, блин. Это что за оружие такое? Да, здесь просто пачка. Бухта мясника. Вот и Буча Бэй. Да, он как будто упал, видимо, мне так. Здесь ничего нет. Слушай, а как он у меня? Разве не мог Ридик бежать? Что-то, блин. Все, ладно, погнали. Потом посмотрим. Узнаем, что там. Да выключи ты свет. Но если что, я... Если что, я тебе вот сейчас скажу. Тащить тело. Давай его уберем. Так, а пистолет... А, я даже ствол взял. А, подожди, почему? Не понял. Это гранаты. Кстати, один раз кинул себе под ноги ее случайно.
А, сломанный, блин. Помнишь, я подобрал сломанный автомат? Прикол в том, что он не показывает, сколько патронов. Блин, тут бочка. Можно было бы в бочку выстрелить. А ты чего, тварь? Блин, да я хотел в бочку полить. С бочкой было бы, наверное, проще. А, ну здесь вот лампы не выскочили. Ладно, подожди, а почему я не забрал оружие, не понял. Подожди. А у меня, видимо, полное, да? Зачем он мне предлагает тело тащить? Ладно, автомат он не берет, потому что патронов до хрена у Ридика. Они ему попросту не нужны. Слушай, ну что, справятся они сами? Мне кажется, да. Можно подождать, блин, понял? Они вон там что-то орут. Ну что, кто кого? Блин, там какие-то очень страшные звуки на самом деле. Не хочется туда. Блин, а что за крики там? Смотри, они что, друг с другом месятся? Да! Ха-ха! Блин, я этого, кстати, не знал про игру. Я тебе серьезно говорю, я не знал, что... Ой-ой-ой, тихо! Что они могут убивать друг друга. Вот в фильме «Черная дыра» эти твари могли... Так, я не могу забраться. Эти твари могли нападать друг на друга. Я не знаю точно, по какой причине, но... скорее всего, просто банально нужно было... Что-что-что? Сектор закрывается. Ладно, давай действуй. Это что? Да стой ты, тварь! А, ну здесь сломана дверь. Я понял. Хорошо, валим, валим, валим. Я даже знаю куда. Давай, 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 Ридик, забирайся. Блин, еще музыка такая, понял? Героическая. Блин, оружие. На, тварь! Ничего не произошло. Ну хорошо, мне туда не нужно. Мне, наверное, нужно как-то вот сюда забраться. Ага. Хрен там забрался. Надо найти выступ. Надо найти выступ и как-то забраться вот на эту хрень. Почему Ридик на нее не прыгает? А? Кто-нибудь может объяснить Ридику, что ему нужно туда? Ладно, сейчас разберемся. Подожди, я ее убью. Вот он мне мозолит глаза, блин. Отвлекает. Кстати, новое оружие. Пистолет есть. Ридик, встань. Встань, я тебя прошу. Я тебя прошу, друг, встань. Тварь. Возможно, я что-то где-то не нажал. Но мне... А, дверь. Опять он мне дверь показывает. Может, взорвать нужно? Да нет, не пройти туда. Мне нужно на этот ящик попасть. Блин, я вроде как... Здесь ничего не нажать, да, я так понимаю. Может, нужно было, блин, по идее, забраться в это кресло? Нет? Но нет никаких ни указателей, ничего. Ну, не сюда, точно, блин, сюда некуда. А, да ну нет, нет, нет. Я думаю, точно нет. Вряд ли бы разрабы стали так запариваться по этому поводу. Там я не пройду, скорее всего, да? Нет. Он не хочет цепляться. Сейчас решим. Короче, блин, получается, сюда особо-то и не нужно было заходить, даже в теории. Смотри, я этого не заметил сразу.
Помнишь, мы здесь были? Смотри, что здесь, оказывается, есть. Понял, лифт, блин. А я про него не знал. Ладно, поехали. Сектор 71 закрывается в связи с вторжением чужеродных существ. Ну вот, не трогали бы Риддика, не было бы существ. Что-то мы долго едем, нет? Зум есть, блин. Ха-ха-ха, маленький пистолетик, блин. Ну-ка, фонарик есть? А фонарик у пистолета, кстати говоря, нет. А здесь работает и зум, и фонарик. Но тут не показывается, сколько... Ой, подожди, сколько у меня патронов. Блин, да ты прикалываешься. Ай, блин, едет на лифте. Ой, Риддик, камон, серьезно, едет на лифте он, блин. Молодец какой. А, я мог так долго ехать, если... Что, что, что? Так, лифтовая... Лифтовая электроника. Погнали. Красава, Риддик решил вопрос. Ой-ой-ой, короче. Всем жопа. Всем бригадам, всем жопа. Приехал. Сейчас, держи. Разлетелось. Нахрен это. Так. Тварь. Ой-ой-ой. Так, я помню, что спина... спина у него, конечно, самая такая фуфлыжная. Блин, есть ли вариант, если возможно пройти его как-то, чтобы не драться с ним? Потому что эти твари ему ничего не сделают в теории. А, ну... Пусть они улыбают спину. Я попробую сейчас пройти. Пойдем. На прощание. А, серьезно? Я типа всех убил? Давай глянем, блин. Интересно. Вау. Подожди, подожди. Что-то интересное выпало. Пулемет? Пули, мать твою, мед? Стой, 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 стой. Да стой, тварь. Все, готово. Подожди, блин, пулемет. Я могу брать пулемет. Я этого тоже не особо помню. Стой. Короче, нужно брать просто пулемет и валить отсюда нахуй. Такой вопрос, вот в чем. Буду ли выкидывать оружие свое? Тварь, я тебя убил. Вроде оказалось, что нет. Ладно, берем все. Бери-бери пулемет, Риддик. Погнали, погнали, погнали. Где патроны? То есть, в теории, у пулемета не заканчиваются, блин, патроны. На намет. А мне он не нужен. Причем у меня, блин, пулемет есть. Ладно, давай покажем, кто тут главный. Полная эвакуация. Твою. Мне надо, чтобы эта тварь поворачивалась ко мне спиной, точнее, сюда. Да, вот уходит собака. Готов. Самое, блин, здесь крутое, что у меня не тратятся патроны. Это... Кто? Это очень круто. Ладно, не буду тратить на них время. Пойдем. Еще не хватало. То есть тут нет... показателя патронов. Я могу просто, блин, идти и стрелять, получается. Воу-воу-воу-воу, тварь. Блин, а они вообще-то ранят меня. Хреново-то. Блин, идиоты, мы вообще-то... Блин, могли убить на одной стороне. Да уж, дух ты. Охренеть, они мне очень много жизни потратили. Вот урод, такие как ты, придурки. Короче, пошел ты нахрен, стой.
Плохо, плохо. Много они мне потратили жизни. А ведь сейчас что-то будет интересное. Знаешь, в некоторых фильмах враги объединяются... Ой, там что-то будет происходить, мне кажется. Против более сильного врага. А здесь мы, получается, как были врагами, так и остались. Могли бы хотя бы временно объединиться. О, кстати, наномет очень нужен. Очень, очень. Или не лезть туда. Слышишь звуки? Там что-то явно происходит. Нет, здесь никого и ничего. Давай попробуем. И, кстати говоря... Нет, они меня ждут. Они меня ждут, собаки, я слышу. Ну давай. Ну, понял, я уже заранее начинаю стрелять. Я не поверю, что у вас здесь только двое. В смысле, откуда? Стреляй, 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 Ридик! Он стреляет. А, блин, я тебя не убил? Вот урод, блин. Я думал, что я его все хлопнул. Кстати, картридж наномеда я забираю. Все патроны я забираю. Кто? Я слышу, что стреляют, но... А, он с пулеметом не прыгает, блин. Ну да и ладно. Честно говоря, не особо-то и нужно было. Я знаю все равно, куда мне. Мне сейчас наверх, блин. Если я не ошибаюсь, отсюда не увидеть. Меня там встретят, блин, солдафоны. Точнее, подавители. И их, если мне память не изменяет, будет два подавителя вроде как. Но это уже узнаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.